Алло. Приветствую вас. Привет. Кстати, ты в курсе, что чем банан меньше, тем он вкуснее? Да, кстати, я в Таиланде ел, вот они там маленькие такие, но самые сладкие, согласен. Да. Я вообще не понимаю, зачем мне мама в детстве покупала огромные бананы, и я думал, блядь, это хуй. Огромные Алло. бананы это кормовые, это для скота. Хуем полбу не То дало, есть мама, скорее всего, относится к тебе, ну не очень. Но тогда, типа, она не сильно знала, что чем меньше банан, тем вкуснее. Тогда то время было до 2010 или Нет, даже скорее 5 был. всего, она понимала, что у нее, как бы, ну, сын не сильно умный. В смысле, чувак, мне 6 лет, 7 было. Я только тогда, Но типа, видишь, ну... она смотрела в завтрашний день. Зачем ты начинаешь вот это все, ну, как бы, Не, я хамство вот пытаюсь это? догадаться, где я тебе хамлю. Не, ну, понимаешь, а хорошо, а что привело тебя к тому, что я там глупый? Почему ты так, ну, решил? Не-не-не, я предположил, могу быть неправ, ошибаться могу. Вообще без проблем. Ну, ты же понимаешь, а эти можешь обидеть человека. Ну, если встречу, может, смогу, а так не знаю. В смысле? А так ты на расстоянии обидеть не можешь словами? Не знаю, а ты откуда вообще? Беларусь. А, так нихуя себе. Смотри, твоя мама к тебе как к скоту относится, руководство твоей страны к тебе как к скоту, а я должен к тебе как к человеку относиться. Ну, смотри, во-первых, я не контактирую С кем? ни с теми, ни с теми, ни со своими родителями, ни с там руководством. И третье, я буквально год назад был в Польше, я полгода там просидел. Вот. И четвертое, я тебе Ты в хочу так тюрьме? В сказать, что тюрьме или где, не понял? разные люди, послушай, разные страны в разные ситуации у них бывают. Кто-то, знаешь, внизу, потом кто-то вырастает. У каждого бывает плохая ситуация, понимаешь? Это как с Японией. Япония стартанула хорошо, да, а в итоге сейчас нюхает яйца из-за, блядь, рождаемости хуёвой, понимаешь? Это бизнес, жизнь — это бизнес, вот это все, понимаешь? Япония нюхает яйца? Да. Это интересная фраза от белоруса, честно. В Японии достаточно сложно жить. Там Да? много суицидов. В Корее тоже много А, и суицидов. в Корее? Да, это правда. Можешь посмотреть Обязательно, статистику. обязательно. Вот сейчас договорим, и я пойду смотреть сразу А вот статистику. белорусов, они в 2020 году занимали, короче, в топ-5 умнейших стран, типа именно по IQ, именно, ну, среди населения входили. А какой у тебя ICQ? Я не проходил тест этот. Ты ICQ не проходил? IQ. Что? Ну, не проходил тест на IQ, не проходил. А как ты тогда понял, что у тебя там в стране? Ты думаешь, что у Ну, тебя в там стране все проходили, а ты не проходил? просто сами же, ну, как бы, как это сказать, кто вот этот тест сделал? В основном европейцы они его делали, да? И как бы вот они это все показали. Не по одному же человеку смотрят, а по большинству. А сколько тебе лет? 21. Не по одному, а по большинству понял. Это, Слушай, кстати, а можешь сказать, ну, солнечная система во Вселенной одна или их несколько? несколько. Несколько. А расскажи про солнечные системы. Я вот недавно тоже с белорусом общался, ему 20 было Да, так лет. это я был, ты мне сидел, пиздел, что Украина, там, ебать, мега-страна и так далее. Ха-ха, ты? Да. И ты мне, ты понимаешь, что даже послушай, в интервью с военными украинскими, они сами говорят, что ебать коррупция, пиздят и пиздят нахуй. Они сами в интервью это говорят. Да подожди, давай про Солнечную систему поговорим. Могу найти и Да где тоже подожди, сполкаться. я понял, обязательно. Я рад, что ты всем интересуешься про коррупцию в Украине. Расскажи про Солнечную систему. Смотри, мы сначала договорим с тобой на тему, которую начали, и Так я потом, тебя может... спросил про Солнечную систему, ты мне начал про военных и коррупцию. Чего? Мне покажется интересным тебе это рассказать, когда ты человек, который не спросил, какая у меня позиция, Так за я знаю кого твою я, позицию, я знаю. какая у меня позиция. Ты Украину хуй сосишь. Смотри, я за то, Смотрю. чтобы Украина победила, но, к сожалению, очень большая коррупция, и я, честно говоря, я не верю, что она за хотя бы за 5 или 10 лет Да мне все откроется. равно, ты можешь на Это будет вопрос ответить, я тебя про Солнечную систему спрашиваю. вторая Румыния. Вот. Хотя я за Понял. то, что ее взяли в Евросоюз и в НАТО, и чтобы она развивалась. Но по расчетам, типа, вот этого всего, как бы, ну, смотря на какую-то Да статистику, мне да. это не интересно, я тебя это не спрашиваю, ты можешь понять, ну не интересно мне, зачем ты это вещаешь? Я А тебе вслух говорю, ну не интересно мне. мне не интересно тебе рассказывать про Солнечную систему, потому Почему? что
Мы же в прошлый раз с тобой начали, ты сказал, что про космос общаешься, мы про Солнечную систему начали. Ты в тот раз мне сказал, что типа Солнечная система одна у нас во всей галактике. Нет, во Вселенной, не в галактике. Во Вселенной, да. Вот. И, в принципе, на этом можно было закончить. Я в тот раз понял, что тебе это неинтересно. Зачем сейчас продолжать? Мне интересно, вот я спрашиваю, где еще есть Солнечная система? Вот сиди, изучай сам это. Нет, так ты же уже изучил, ну ответь. Я-то изучил, но смотри, я не хочу тебе, потому что ты мне неприятен этим делиться. Чем тебе делиться информацией? Да. Иди сам все учи, все смотри. Ну, пожалуйста, я искал просто, ну, я знаю только одну, я искал, вторую не смог найти. Ну, может, ты просто очень плохо ищешь? Может или не быть, ну, вот я могу плохо искать, поэтому и спрашиваю, где еще есть, ну, расскажи. Чат GPT в помощь. Так он говорит, что одна. Да? Да. Ну-ка, давай я посмотрю. Так ты же уже посмотрел, ты же уже говоришь, нет, что она не смотри. Одна. Я именно в чат GPT это не вбивал, но везде, где можно, ну, как бы, везде пишется, что нет. Вот, например, Google... Что нет? Ну, что нет? Ну, что Google пишет? Сколько солнечных систем в галактике? Млечный путь. Млечный путь. А почему в галактике? Мы же про Вселенную говорили. Ну, блядь, если в галактике, то не, блядь... А галактика так. Больше, чем Вселенная? Галактика нет, конечно. Ну так тогда и пиши во Вселенной. Зачем ты себе, ну, кругозор сужаешь? Более 3200 других звезд, блядь, Солнечной системы. Подожди, еще раз. Более что? 3200. Чего? Ну, как бы Солнечных систем. Еще раз? Прочитай, вот прям прочитай дословно, как там написано. 3200. Астрономы обнаружили... В Млечном Пути более 3200 других звезд. Звезд, видишь? А я тебя про Солнечные системы спрашиваю. Это не, блядь, Солнечная система, ты долбоеб? Еще раз, не понял вопрос, повтори, пожалуйста. А звезды это разве не Солнечная система? Это и есть Солнце, мини-Солнце. Может, кто-то большая там... Большая понимаешь? Солнце? Звезды это и есть Солнце. Звезды это и есть Солнце? Да. А что, вот смотри, что такое звезда? Можешь, ну вот как ты понимаешь, звезда это? Блядь, звезда, химический состав, тебе сказать? Не, ну вот как ты это понимаешь? Вот для тебя, вот когда говорят слово звезда, что ты понимаешь под этим? Источник энергии. Все, подходит, звезда, источник энергии, а солнце это что такое? Ну это и есть звезда. Смотри. Есть понятие, да, звезда. Звезда — это источник энергии, с твоих слов. Отлично, подходит, здорово, круто, молодежно. Солнце — звезда это... Это и есть, типа, это и есть солнце, это и есть вот такие, типа, ну, шарики, типа, которые, типа, солнце. Звезда — это шарики, типа, солнце? Да. А ну, можешь, конечно, ты давай можешь... без рофлов, можешь написать, что такое солнце? Смотри. Ты, конечно, можешь, типа, с телескопа... Не-не-не, напиши в Google, что такое Солнце, напиши. Звезда, ну. Здорово! Это звезда, ну, блядь, которая имеет что? Название типа, Солнце, правильно? Это просто название, имя собственное. Вот как меня Вячеслав зовут. Вот я человек, меня зовут Вячеслав. Есть звезда, ее называют Солнце. Понимаешь? Угу, ну так я вроде так и сказал. А, ну почти так же. Так вот, смотри, от названия звезды происходит и название Солнечная система, понимаешь? Много звездных систем, но когда мы говорим про конкретную, то ее называют именем звезды. Угу. Понимаешь логику? Да-да, конечно. Существует одна звезда... Нет, подожди, не надо про Альфа Центавра. Солнечная система? Нет, это звездная система Альфа Центавра. Звездная система. Почему я... А Солнечная система одна. А ты типа до названия доебался, да? Ох, так, а в смысле, ну смотри, хорошо, если просто убрать именно слово, по сути, ну, я имел в виду как бы, ну, то же самое, просто и сказал как бы, ну, неправильно. Имел то же самое, но сказал неправильно. В том и суть, что ты постоянно смотри, говоришь солнечная неправильно. Солнечная система — это мы называем это Солнце, я понял, блядь. До тебя дошло?
Ну так, а по факту-то, типа, если хорошо, звездная система, тогда, ну давай хорошо, возьмем по-нашему, если говорить. По какому по-нашему? Что давай такое все по-нашему? Называть, давай все называть не звездами, а солнцами. Что? Ну почему мы не можем назвать звезду Альфа Центавра с, ну, солнцем просто? Солнце — это имя собственное. Вот меня зовут Вячеслав, понимаешь? Мое имя Вячеслав, а ты говоришь, давай тебя будем называть Кирилл. Ну типа, почему нет? Ну потому что нет, потому что у меня в паспорте написано Вячеслав. Наша звезда называется Солнце. Почему я не могу... Ну смотри, в принципе, это, ну, ориентир, который, ну, можно было понять, о чем я говорю. Можно понять было, что когда я говорю солнце, это значит, что я имею в виду звезды. А ты доебался на слово. Нет, ни в коем случае. Это называется звездные системы. Название. Блядь, ты используешь терминологию, ты хихикаешь, ты меня дурачком считаешь. А по факту ты не прав. Это игра же слов. Нет, это не игра слов. С чего вдруг это игра слов? Ну, блядь, ну смотри, понятно было, я же говорю, когда я говорю солнце, это значит, я имею в виду звезду. Короче, есть, ну, ты признаешь, что ты ошибался и был неправ? Нет. В смысле нет? Ты же рассказывал, смотри, что в Беларуси самый высокий IQ. Ты просто доебался до слов, ты просто нет, доебался, я не доебался до слова, до слов. Что неправильно ты было. Ты по факту говорил хуйню, по факту хуйню говорил. Нет, я сказал все правильно, и как бы единственное, нет, смотри, я сказал только неправильно... Что про солнце? Это же название. Смотри, чел, я ж без негатива. Я тебе прошлый раз пытался донести информацию. В этот раз у меня получилось, но тебе просто, ну я не знаю почему, ты не хочешь мне признать свою неправоту. Нет, конечно, я не признаю. Так я же звезды имел в виду, блядь. Но солнце, мы же смотри, все называем. Мне все равно, что ты имел в виду. Ты называл так, неправильно, мне все равно, понимаешь? Что ты сейчас тогда начинаешь мне тут... Что говорить? Прав, что говорить? Я тебе называю факты, которые говорю, ты проверил я в гугле, оказалось, что ты был неправ, и ты теперь не хочешь признаться. Я тебе не признаю, потому что ты просто доебался до слова, вот и все. Ай, блядь. Ладно, ко мне есть какие-то вопросы? Бля, не, нихуя, иди отсюда. Понял. Спасибо за подтверждение того, что Беларусь топ-5 Давай, по IQ. Давай, иди нахуй Спасибо. Отсюда, иди отсюда. Спасибо, люблю подтверждение фактов. Вообще похуй, иди отсюда. Согласен. Кстати, этот, ищи себя в прошмандовках Беларуси. Там давай есть такой канал на Ютубе, там можешь посмотреть себя. Да, давай, хорошо. Все, можешь сливаться. Блять, просто клоунада. Знаете, вот ключевой момент. Я же без негатива. Я действительно хотел донести информацию. Он загуглил, он увидел, что он не прав. Он увидел, что ошибка. Где ошибка. И он постоянно опирался на эту ошибку. Меня дураком называл. Говорю, ну все, ты типа обосрался, ну типа он называл правильно, и такой, да я имел в виду, я то, все, 5-10. Просто, ну признай свою ошибку, и все, в чем проблема? Беларусь топ-5 по ICQ. Иметь надо понимание.